Ак чөлмөк. Белый челнок. Веселая, эмоциональная, подвижная игра, способствующая развитию быстроты, ловкости и приучающая ориентироваться на местности в темноте. Особенность игры в том, что играют в нее девушки и парни в светлые лунные ночи на ровном поле или площадке. Примеры. Ак чөлмөк топту ыргытып, аны издеген түнкү оюн. Ак чөлмөк – ночная игра, состоящая в разбрасывании и отыскивании мяча. Топтун ордуна көбүнчө сөөк же ак таякча колдонулат. Вместо мяча часто берется кость или белая палочка.